Такое Омск забудет не скоро. Большой мужской волейбол в наш регион привез новосибирский «Локомотив». 16 и 17 марта в СКК «Блинова» прошли матчи решающей стадии Европейской лиги чемпионов. Мужской клуб из соседнего Новосибирска выбрал наш пятитысячник на эти дни домашней площадкой. За главный трофей престижных соревнований на омской земле боролись польская ЗАГСа, Бребанк Лануте из Италии и два российских клуба, действующий чемпион турнира «Казанский Зенит» и хозяева финала – волейболисты новосибирского «Локомотива». Трибуны арены, все 5000 мест, были заполнены верными поклонниками волейбола. Новосибирцы, казанцы, амичи создали своей поддержкой атмосферу настоящего спортивного праздника высочайшего уровня. Фееричная поддержка игрокам была обеспечена. В первом полуфинале, подгоняемый своими поклонниками, «Локомотив» сумел переиграть принципиального соперника – «Казанский Зенит» и впервые в своей истории выйти в финал Лиги чемпионов. Естественно, хотелось выиграть, естественно, хотели играть в финале, но что-то, видишь, Новосибирск показал очень хорошую игру, что-то не получилось, что-то где-то на приеме, где-то на блоке, но будем двигаться дальше, будем анализировать. Во второй встрече первого игрового дня победу праздновал итальянский клуб из Кунео. Таким образом, за третье место, уже 17 марта, сразились «Зенит» и «ЗАГСа». Российская команда в 4 сетах разобралась с польскими соперниками. Красивый волейбол показывали обе команды, но все же лучше действовали волейболисты из Татарстана. 3-1. Собравшиеся болельщики с нетерпением ждали финального матча. Сибиряки должны были дать бой итальянцам. В колоссальном напряжении команды держали всех до самого конца. А победитель определился лишь на тайбрейке. 5 партий фееричного волейбола, интересные комбинации, силовые подачи, длинные розыгрыши, фантастические действия в защите и на приеме. Игра, достойная финала. Победной точкой стал непробиваемый новосибирский блок и в СКК «Блинова» праздник. «Локомотив» – чемпион. Одни эмоции. Ура, мы чемпионы! Да, очень тяжело было сегодня играть, потому что они очень-очень хорошо принимали все подачи. Прям все подачи за один и с Грбичем играть здесь очень тяжело. Ну, радостно, радость. Да, конечно, радостно, да, очень радостно. Торжественная церемония награждения лауреатов турнира была построена в лучших европейских и мировых традициях. Были названы обладатели индивидуальных наград. «Локомотив» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Тем самым он принес отечественным клубам уже 20-ю победу в Лиге чемпионов. Поздравляем победителей и благодарим за большой праздник большого волейбола.